Что там у самого? Апостол. Через Петра какого? Апостол Петр. Святого какого? Апостол. Да, хорошо. Апостол Петр. В честь святого Петра апостола. Так. Тут это просто планов такой. Петр Первый считал апостола Петра своим покровителем, и поэтому он решил назвать в честь него город. Ну, тут это видно. Ага. А скажи, пожалуйста, а там же день идет день святых Петра и Павла. Да. А почему тогда без Павла? Почему?